Всем привет! Давайте приготовим пончики, но не совсем простые, а из быстрого ароматного теста, которое не нужно поднимать и выжидать, когда же оно подойдет. Пончики хрустящие и румяные снаружи, с сахарной корочкой и очень нежные, пористые внутри. Несмотря на обжарку, они не впитывают масло. Дети сразу разбирают такую вкуснятину, да и взрослые не прочь похрустеть. 300 грамм муки, 1/4 чайной ложки соли, соду в количестве 5 грамм и 100 грамм сахара. Хорошо смешиваем. Подготовим немного цедры апельсина. Заранее выжмем 50 мл апельсинового сока в отдельную посуду. К сухим ингредиентам разбиваем 2 яйца, вливаем 50 мл теплого молока и 50 мл сока апельсина. Размешиваем, добавляя цедру. Тесто замешиваем руками или миксером, так лучше все распределится. В итоге тесто получается очень липким и вязким. Формовать пончики будем с помощью 2 чайных ложек, постоянно отмеряя одинаковое количество теста. Большое количество разогретого, но не до дыма, масла. Используя обычное растительное без запаха. Опускаем тесто. Оно постепенно будет раздуваться, образуя пышные шарики. На маленьком нагреве, постоянно переворачивая, жарим до хорошего золотистого цвета. Готовые пончики выкладываем на салфетки, чтобы убрать масло сверху. Пончики готовы. Хотите, посыпьте их сахарной пудрой или корицей. Получается очень вкусно. Попробуйте. Буду благодарна за комментарий и лайк. Подписывайтесь и делитесь видео с друзьями. На этом сегодня все. Пока!